Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холиплей. Первый сер, мы здесь Кирилл Футбуль. Итак, друзья, хочу напомнить, что как только мы набираем 100 лайков, выходит новая серия. И, кстати, на момент записи вы еще не набрали там 100 лайков под последним видосом. Что-то вам вообще там, по-моему, 70 лайков вроде и все. Когда видос? Сейчас снимаю. Сейчас снимаю, вот подписчика я встретил, Ильяс Джонас, по-моему, так его ник читается. Блин, он, я в АФК стоял, он на гелике мне что-то тачку расхерячил, я в видосе. Да, чувак, ты в видосе, сейчас мы починимся, потому что, блин, ты мне всю тачку рассадил. Да, спасибо тебе большое, будем чиниться в нашем СТО, пацаны. Вот, кто не знает, СТО моего друга, здесь сюда приезжайте, здесь чинитесь там и так далее. Так, тюн. Починить. Все, починили нашу бричку. Теперь нужно мне заехать в банк. Дашь денег. На тебе 5000, чувак. Держите 5000, короче. Нужно в банк заехать, оплатить дома бизнес, потому что я не оплачивал. Спасибо, не за что. И сегодня хочу посмотреть, как бомбу. Я знаю, что типа бомба, знаете, это что взрывает банк, там, типа, забор Алькатраса, забор ВЧ. Нужно 500 литров бензина, чтобы сделать. Но я хочу посмотреть на то место, где ее нужно делать на заводе. Надо сейчас посмотреть, поэтому сейчас мы поедем, посмотрим. Ну и перед этим зайдем в банк. Так, забегаем, короче, в банк. Я не помню, я машину закрывал или нет. Ну ладно, неважно. Подписчик писал, типа, пошли в казино. Но нет, пацаны, я в казино не хожу, поэтому, увы, нет. Так, 2 дня оплачиваем. 2 дня оплачиваем. Баланс бизнеса 43281. Так, платить дом. Так, все хорошо вроде бы. Так, давайте положим полтинник сюда. Так, и посмотрим баланс у нас. Ну, давайте, блин, не знаю, еще может 5000 положим. Хотя смысла никакого нету в этом. Давайте я финку покажу, кому интересно вообще. Так, это за сегодня 4000. А вот, вчера было 175, 136, 20, видите. Ну, финка такая неплохая, 38, 228, это самая большая финка, какая здесь была вообще когда-нибудь. Ну, финка вроде бы нормальная, как по мне. Кто, пацаны, там хочет купить 16 лямов, забирайте. Воска у него 10 лямов. Ну, а мы погнали на завод. Напоминаю, что я сильно болею сейчас. Серьезно, прям сильно болею. Я вот только что перед этим снимал видос на другом сервере, и, блять, он не записался. Просто у меня же комп мой так заебал, уже надо эту систему менять. В пятницу буду снимать систему, то есть винду обратно заново ставить. То есть все, ну, все сбивается, короче, полностью, удаляется и так далее. Потому что, блять, это заебало уже, реально. Сейчас мы идем на завод. Там, сейчас поищем, где нужно эту бомбу делать. Я точно помню, что нужно 500 литров бензина, но где ее делать нужно? Ищу место, где бомбу нужно делать. Давайте здесь машину оставим нашу. И поищем. О, за мной. Погнали. Он знает, где это место. Хорошо, идем за тобой. Минуточку внимания, хочу посетить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора.
поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Вот знаете, бомбу делать, ебать. Вот это хорошо. Ой, оружие типа лежит. Серьезно, я бы на самом деле, блин, заморочился бы специально для вас и привез бы эти 500 литров бензина. Но, блин, я хз. Я хз. Кстати, вон чувак писал, типа, в кап-состав хочет. А, 500 литров, да. Ёбаный в рот, натуре 500 литров бензина нужно. Ёбаный в рот. 500 литров бензина нужно. Блин, а вот давайте, пацаны, берем реально 200 лайков. Вот, серьезно, да, я охуел уже в кай. Давайте наберем 200 лайков под этой серией. И я все-таки займусь этим. Привезу сюда 500 литров бензина. И мы это, блядь, сделаем. Серьезно. Давайте сделаем так. А что здесь у нас пишется? Так. Вы находитесь на химическом заводе города Южный. Часто это место называется Южхим. Так, давайте я скриншот это делаю. На этом заводе есть множество функций для нелегальных организаций. Одна из них – фабрика Тропила. Тротила. Тротил – один из элементов, который требуется сделать для того, чтобы собрать бомбу. Как пользоваться заводом? Первое занятие – место у пульта управления. Блядь, что за слово нахуй? Экструдера, который находится на самом нижнем цокольном этаже завода, и у компрессора. Связаться по рации или другими путями между собой и запустить производство. Чтобы запустить производство, нажмите левый Alt у пульта управления. Сообщить другим участникам производства номер производственного цикла и код, который потребуется вводить через некоторое время. Ебать, тут, конечно, сложно будет. Не, пацаны, я не знаю, я это сделать смогу или нет. Скорость производства зависит от количества людей, экструдера и компрессора. Если у устройства экструдера или компрессора стоит один человек, то время ожидания будет ровно 20 секунд. А если же 3 человека, то 7 секунд. Найдите свою стратегию для продуктивной коммуникации между вами. И постарайтесь чувствовать таймер, заложенный в эту систему, и тогда вы будете эффективной командой. Блять, ну это пизда какая-то просто. Это просто пизда. Это очень сложно на самом деле сделать. Так, а что я хотел сказать? А, кто там хочет в кап-состав, то ВК на лидера, ВК на заявки в кап-состав и ВК Дискорда. Ой, ВК Дискорда. Ссылки будут все в описании, короче. Поэтому пишите лидеру, пишите заявки там, кто хочет к нам. Вон чувак там тоже хочет, но я, кстати, ну, заявку сказал ему написать. Так, блин, давайте что-то еще посмотрим. Блять, а я не знал, серьезно, что-то такая тема есть. Ну, 500 литров бензина — это хуйня, в принципе. Я бы сам их повозил, да, это заняло бы часа два. Но все же, блин. Тем более 500 литров бензина — это всего лишь 1000, наверное, 40. Так, зависит от производства, собрать... Тротил. Так, здесь нет только готового продукта. Так, а ну запустить. Так. Угу. Экстрадутор. А где этот экстрадутор, блять, вообще? Что за хуйня вообще? Что за бред? Ну, типа, пройти нельзя, да? Или что? Что за экстрадутор? Ну, это, конечно, пиздец конкретный, на самом деле. Бля, ну, надо будет попробовать это сделать. Надо будет попробовать. Конечно, сами это не сделаю, поэтому, пацаны, приходите к нам в ОПГ, чтобы у нас побольше было. И, возможно, я постараюсь, когда, наверное, уже выздоровлю, либо хз, вот это сделать. Но и где этот экстрадутор, блядь? Я вообще хуй знает. А где тут этот экстрадутор? Экстрадутор. Экстрадутор, где здесь этот? Ну ладно, давайте что-то посмотрим еще на заводе, может что-то есть. Хз.
Так. Что у нас тут в подвале есть? А, здесь, я помню, звезды нужно снимать. Так. На черном рынке оплата только наличка. У тебя ее мало. Ну, блин, 50 тысяч плати за то, чтобы тебе звезды сняли. Ну, такое. Ну, такое на самом деле. Хотя, может, попробовать чисто вам показать. Давайте я поеду всему 50 тысяч и попробуем снять эти звезды. Что из этого получится? Блин, у меня, наверное, такой хреновый голос из-за того, что болею. Серьезно. Потому что, блин, это даст прикольно болит очень сильно. Я пытаюсь громче говорить, но, блин, не очень получается меня это делать. Так, давайте я сниму 30 тысяч, допустим, те же самые. Ну ладно, снимем 50 тысяч. Какие мы положили, сейчас мы их потратим. И посмотрим, связаны звезды снимутся или нет. Также можно инкассатором грабить, но я, честно, команду не знаю. Кто знает команду, пожалуйста, напишите в комментариях, типа, чтобы грабить инкассаторов. Потому что я бы такой тоже поснимал на самом деле, но очень большое желание, я хочу сделать бомбу, блин, но надо много людей, где-то там какая-то хуйня, короче, была, я забыл, как она уже называется даже, какую-то херню эту надо найти, где она там на заводе находится, ну, короче, все там очень сложно, и я думаю, будет вам очень интересно. Но какой-то сильно тяжелый процесс на самом деле насчет этой бомбы, ну, блин, реально, такого, я думаю, вообще никто никогда бомбу еще не делал даже на Мазинге. Хотя ее добавили уже давно. Ну, таких видосов вроде бы я не видел. Что кто-то бомбу именно сделал. Такого я не видел. Давайте попробуем сейчас звезды снять. Получится у нас это или нет. Я не знаю. Но мы должны попробовать. Так, давайте скриншотик я сделаю. Так, стоп. Стоп, стоп. Вот. И давайте попробуем. Так, что нам тут пишется. Тоже скриншотик сделаю. Так. Ты обратился на черный рынок. Вероятность снятия уровня розыска 50%. Снятие первого уровня розыска 50 тысяч. Согласны на процедуру нелегального снятия розыска. Окей, давай, нажимаю. Ничего не вышло. Видите, она с первого раза не срабатывает, блин. Ну, на самом деле лучше в КПЗ сидеть, чем вот такие большие бабки тратить. Серьезно, 50 тысяч просто в никуда. Просто вообще не сняли ни одной звезды. Ничего не вышло. И у вас может и получиться с 10 раза, с 5 раза. Ну, вы понимаете, да? Кстати, чуваки, я уже 30 уровень. Можете меня поздравить. И скоро, наверное, будет 31, но мне там 50 часов осталось отыграть. Да. Поэтому вот такие вот дела. Но на том аккаунте, помните, Кирилл Путбуль, какой был деактивирован. Мне его активировали, я просто вы видите, ник. Тут ник был Кирилл Путбулови. Я его сменил на Кирилл Путбуль. А там ник Кирилл Кириллов с тремя L. Там 33 уровень. А здесь, видите, уже 30. Блин, если бы я... Если бы мне тогда аккаунт не активировали, у меня был уровень, был, наверное, 60 уже, наверное, где-то так. Ну, ладно. Короче, погнали сейчас на базу. Там наш чувак ждет, он хочет жаргон, типа, сдать. Сейчас приедем. А тот чувак писал, типа, хочет сдать жаргон. Сейчас мы его проверим, послушаем. Так, вот, походу, этот чувак. Или нет? Нет, наверное, это не он. Ну, ладно. Так, паркую свою машину вот здесь. Сейчас пропишу парк. Вот, пишем парк. Все. Я просто постоянно свою машину здесь ставлю. И поэтому, да, все. Теперь наша тачка будет здесь давать. Стоять, точнее. Кирилл. Да. Снимаешь. Давайте напишем B плюс. Да, чувак, я снимаю. Андрей Шкиренко, привет тебе. Если это ты смотришь. Ты какой-то рыжик бегает, непонятный. Видимо, подарок ищет. Ну, подарок у нас находится вон там наверху, даже за лесом. Поэтому да. Привет, можно передать? Да. Передавай, чувак, передавай. Если ты хочешь, передавай приветы. Так, Мартин Колли. Какой-то Мартин Коли у нас. Что у нас по финду вообще? Надо глянуть. Так, финт. 5 человек надо сейчас собеса будет делать. Ну, это само собой. Так, давайте я посмотрю Фоме. У меня даже А, нет, Фоме у меня такая же самая финт. Это 5 человек. Вихини Мазинг, Максим, так, Мурочка. Так, давайте попробуем принять, может, чуваков. Так, Фейнвайт, 150.
Так, может, чувак хочет ко мне фамули или не хочет, я не знаю. Так, у чувака есть? Так, 134-й. Кто хочет, кстати, пацаны, к нам в ОПГ, либо ко мне в ФОМУ, приезжайте сюда, я всегда здесь. Повторюсь, ВК-лидера, ссылка на ВК-лидера, ссылка на подачу заявки в кап-состав и на Дискорд наш тоже есть в описании, все. Ну и на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.